Так, ребят, кто занимается художественной ковкой, то есть необходимы вот такие зажимы. Называется он зажим сварщика, то есть вот в кузнице есть им применение. То есть вы же там не всегда куете, то есть потом же что-то варите, то есть и применяется, то есть вот видите, вот такой зажим, вот такой зажим. То есть это в гараже там, кто занимается металлоконструкциями, там, в общем, где вот надо что-то прижать, вот это очень прикольные зажимы. То есть, вот видите, мы просто для примера, вот видите, то сейчас вот просто фаску снять и завариваю все. То есть, пожалуйста. Вот мы когда вешалку с колодром делали, мы вот усиленно ими пользовались, потому что у нас там всего очень много было листов, и все время приходилось что-то зажимать, поджимать. Так что вот такой кратенький обзорчик. Сколько ему же лет? Да лет 8, наверное. Ну, да, вот видите, Павел Григорьевич, тут 8 лет. То есть, вот такой вот, видите. Тоже это все необходимо. То есть это пригодится в любом случае, то есть без этого тоже никуда. Не, можно, конечно, там клещами поджать, можно. То есть спандер там одеть, то есть, но вот это гораздо эффективнее и удобнее. Быстрее. И быстрее, да, все-таки 21 век. Так что, ну скоро у нас и робототехника появится, будет совсем круто. То есть мы покупаем робота японского, ни одного, чек 10. Так что вот. Ладно, ребят, всем всего доброго.